Они спасают тех, кто не может сказать о том, что и где болит, или пожаловаться и поделиться своими переживаниями. Профессию эту выбирают обычно по зову сердца. Анна Семисынова понимает своих пациентов без слов уже около 30 лет. Я узнала от мамы, что доктор Айболит – это ветеринар. Я поняла, что это именно мое, потому как животных я любила всегда, они мне были близки. И я нацелена была именно, у меня не было колебаний, просто узнала, что есть такая профессия, и я стала ветврачом. Миссия спасать была и остается главной в жизни доктора. Она всегда на работе. И даже уходя домой, беспокоится о своих пациентах и учится чему-то новому. Нет легких путей, то есть вместо, например, отдыха или отпуска покупаешь какой-нибудь лайфхак для эндоскопии или занимаешься животным. Животных надо любить, любить больше, чем свой уровень комфорта. Каждый понедельник и пятницу Анна Владимировна посвящает лечению и реабилитации животных, которых привезли в Мытищи из Донецка и Мариуполя. С первой линии кошки, конечно, приезжали истощенные, выживал как мог. Кто выживал, девчонки их вытаскивали и перевозили сюда. Кто-то с контузиями, кто-то с травмами. Но они реабилитируются уже в течение 2 месяцев, реабилитируются и уже расходятся по домам. За многолетний труд и самоотверженность Анне торжественно вручают благодарность от общественной палаты городского округа Мытищи. Профессиональный праздник для нее – еще один повод осознать, что ее работу ценят и уважают. Сегодня мы с вами посмотрели, как и наблюдают за животными, как оказывают им помощь, в том числе и пристраивают дальнейшую судьбу. Администрация всегда поддерживает и помогает по мере возможности. Поддерживаем, конечно. Если вы хотите поучаствовать в цепочке добрых дел и взять к себе домой ласковых четвероногих, или просто желаете помочь, тогда звоните по номеру телефона, который вы видите на экранах.